пока я отводил Диму, Игорь уже осваивает двух дельфинов. Игорь мастер. Ну вообще, Игорь, ты можешь тут работать. А кто кричит? Дельфинчики кричат. Вот так мы плаваем. Игорёк, ты не устал? А? Ну плыви, плыви. Вот оно, счастье. Сейчас он поплывет снова. Покормит их. И будем плавать снова. Вот он плывет на животике. На животике плывет, бывает. Класс? А? Классно? Нет. Что, не классно? Кроме нас никто не купается с дельфином. Конечно, удовольствие не дешевое. Спасибо дяде Мише и тете Наташе за такой подарок. Подарок классный. А это белуга белая. Вот, с другого ракурса. О, тут что происходит? Что тут происходит? Что тут вообще происходит? Полный бассейн разных существ. Да. По-моему, Игорь уже устал. Вот они как и не разговаривают. А тут еще что-то. Что-то в воде. Игорь плывет. Сегодня день не очень теплый. Но в воде тепло. Два дельфина. Наглотался уже воды. Не бойся. Уже наглотался воды, мой мальчик. Как-то без перерыва, конечно. Купаться с дельфинами. Непривычно и сложно. Кто там еще готовит такую программу? Скоростное. Хватай, хватай его! Ну, прибавьте скорость. Прибавьте скорость.
Ну ладно, вот. Да я думаю, можно, потому что воскресенье здесь так нет. Это еще не все. Еще будет какой-то номер. О, да не красно. Дельфинчики. Ига! Ты прям как ихтиандр. Ты как ихтиандр, зая. Упали от дельфина. Прерву, сделаю фото. При фото нет.